Человек Александр Смирнов. Это золотые медалисты этого этапа, пара из России. Подопечные Тамары Николаевны Москвиной. Серебряные призеры, действующие серебряные призеры чемпионата Европы. Юка Кавагути, Александр Смирнов. И помогал им показывать свое выступление показательное. Иван Ребров с романсом «Очи черные». Одна из самых известных русских песен в мире. Аж 1843 года. И прекрасные, как люблю я вас. Очень любопытно видеть Юка в такой наряде. Очи черные, очи страстные, очи жгучие и
я вас, значит, увидел вас, я в недобрый час. Очень хороший номер и жирная точка всем показательным выступлениям этого этапа.